Я очень редко ошибаюсь, но вот и поступила информация, что врачи предупредили, в сентябре в школах наденут маски и перейдут на удаленку. Думаю, сейчас уже отстанут от Аллы Пугачевой, когда она приедет в Россию, потому что детям надо идти в школу 1 сентября. Куда она приедет, дети могут учиться по удаленке. А Галкин будет ездить с концертами, гастроли. У него сейчас вот в Лондоне будет гастроли. Так что все семейство, вероятно, переедет в Лондон и будет учиться дети дистанционно, по интернету, по удаленке. Вот. Думаю, теперь уже журналисты успокоятся немного. Уже не будут спрашивать, когда же приедет Пугачева в Москву. Думаю, встреча в аэропорту отменяется. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет стать спонсором канала, под роликом есть расчетный счет.